Ребят, всем привет! И сегодня у нас на обзоре еще одна крутая новинка от компании Eltronic DanceBox 100. Модель называется EL1024. Вот такая у нее сочная упаковка. Сбоку написаны все функции и комплектации. Можете на паузу поставить, посмотреть. Я сам ее еще не видел, не терпится скорее вскрыть ее, посмотреть, что идет в комплектации и послушать, как же она все-таки звучит. В комплекте мы сразу видим два радиомикрофона. Сетевое зарядное устройство, 9 вольт, 1,5 ампера. Инструкция на русском языке. С иллюстрациями. Даже инструкции пульта есть. Пульт дистанционного управления, такой с расширенными настройками. Круто. Сама колонка, управление все сверху. Килограмма 4 она весит примерно. Потом взвешу, посмотрю точно. Включение колонки. Вот такая крутая подсветка. Динамическая, кругами. Так, переключение. Восемь режимов. Вставляется AUX, два проводных микрофона, microSD-карточка, USB, вот питание 9 вольт, индикатор заряда-разряда, кнопка меню, кнопка мод, подсветка, play-паузы, переключение. Так, вот я и достал, поставил. Значит, комплектация, сразу вся ее видно. Зарядное устройство, пульт, инструкция, два радиомикрофона. Сверху все управление. Сзади ручка для переноски. Также сзади располагается фазоинвертор. Вот такая классная подсветка. 8 режимов, как мы сейчас насчитали. Дисплей такой неоновый, синий, приятненький. Все управление. Давайте скорее послушаем, как она звучит. Так, сейчас столкнулся с таким вот неприятной вещью, то, что она повторяет. Чтобы от этого избавиться, нужно зажать кнопку мод. И удерживать ее. Она говорит voice off. Все, теперь перед включением не будет никакого голосового сопровождения. Thank you.
Колонка очень мощная, звук у нее прям обалденный. Для таких размеров я не думал, что она так будет громко играть. Так, разберемся с клавишей меню. Что это такое? Это между динамиками, на какой динамик больше, меньше. Следующее это бас, прибавление, убавление. ЦУ, надо будет разобраться, что это такое. И эхо на микрофон. Вот чуть-чуть сейчас добавлю, попробуем микрофон проверим. Разобрался, Q – это громкость микрофона. Проверим радиомикрофон. Раз, 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 два, три, микрофон работает. Эхо срабатывает. Сейчас уберу эхо. Вот, ребят, убрал эхо. Пробуем еще раз. Раз, 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 два, три, отлично, все работает. Вот, уважаемые подписчики, такой обзор у нас сегодня получился. Если вы еще не подписчик, то обязательно подпишитесь, нажмите колокольчик, будет еще много впереди обзоров. Также подписывайтесь на наши все каналы, которые всплывают, особенно на Телеграм-канале. На Телеграм-канале будут только новинки. Подведем итоги. Колонка небольшая, управление все удобное сверху, в комплекте идет два радиомикрофона караоке, плюс два можно подключить. Заказать эту колонку можно у нас на сайте leader-n.ru или обратиться по номерам WhatsApp и телефонов, которые у вас всплывают сейчас на экране. Спасибо всем за просмотр. Всем привет, меня зовут Татьяна. Я представляю оптовый отдел компании Leader.nn. На рынке мы с 2004 года и заслужили хорошую репутацию среди наших клиентов. Кроме аксессуаров, в которых более 10 тысяч позиций, есть высокомаржинальный продукт для каждого будущего бизнесмена. К ним относятся колонки, комбики, портативная акустика. У нас стабильные поставки, гибкая система скидок, гарантии качества. При заказе от 10 тысяч рублей доставка осуществляется за наш счет до терминала в вашем городе. Лучшее сбережение денег – это оборот в товаре. Поверь в себя, открой новые возможности. Если вы хотите больше узнать про оптовые продажи, подписывайтесь на наш канал и пишите комментарий, про какой товар вам интересно более подробно узнать.